Очередную годовщину основания отмечает сегодня новгородская общественная организация «Новая семья». Почти 20 лет назад всего несколько человек объединились, чтобы помочь детям-сиротам обрести самое главное – родительскую любовь и тепло родного очага. Общественная организация была создана самой известной новгородской многодетной семьей Трифоновых. В конце 90-х, в не самое спокойное и сытое время, Татьяна Михайловна и Сергей Павлович не побоялись приютить под своей крышей нескольких малышей, оставшихся без попечения родителей. Вот Сашеньке 5 лет. Когда ее маме было 5 лет, она у меня просила, чтобы было много братиков и сестренок. И с этого все началось. Стали они ходить в детский дом, выбирать детей, дарить им подарки. И создалась наша приемная семья. Всего же Трифоновы дали воспитание 32 детям, в том числе 29 приемным. Они оказывали всяческую поддержку, моральную, психологическую и материальную, тем, кто также отважился на этот благородный шаг. Сегодня «Новая семья» сотрудничает со многими образовательными, культурными, спортивными и досуговыми организациями, защищая права сирот, в том числе на бесплатное или льготное обучение. В прошлом году их деятельность была поддержана фондом президентских грантов. Средства были выделены на создание Центра социальной адаптации приемных семей «Новый дом». Проект будет реализовываться совместно с общественной организацией «НАН» – «Нет алкоголю и наркотикам». Здесь уже работает клуб приемных семей, психологическая консультация, бесплатные кружки для детей. Приемным родителям оказывается всесторонняя помощь, передается опыт воспитания и адаптации. Планируется, что в год около 300 человек воспользуются услугами центра. Всего в Новгородской области в приемных и опекунских семьях сейчас воспитывается более 2000 детей.